Здравствуйте, уважаемые участники конкурса, жюри и все, кто в данный момент меня видит. Я должна была снять это видео, чтобы вы могли побольше узнать о моем творчестве. Я живу в городе Баку из Азербайджана. В данный момент я нахожусь в городе Шамаха. Это деревня недалеко от Шамахи, называется Чухур-Юрт, очень красивое место, где я занимаюсь, кроме того, что рисую, но занимаюсь еще дома садоводством, очень люблю сажать цветы, деревья, и для меня это очень, можно сказать, что интересное занятие. Занимаюсь я искусством более 15 лет, это с 2005 года, и рисую. Можно сказать, что во все живопись, большую часть увлекаюсь живописью и рисую в разных жанрах. До этого я всегда была увлечена рисованием, но никогда профессионально этим не занималась. А сейчас я имею больше времени и посвящаю себя живописи, потому что это одно из моих любимых занятий. Я врач по профессии. Долгое время работала в здравоохранении Азербайджана. Последние больше 15 лет была руководителем по лечебной части Центра здоровья семьи города Баку, министерства здравоохранения Азербайджана. И поэтому я кардиолог по профессии. И для меня это было очень важно. Понимать, как люди. То есть сердце – это очень важный орган, который помогает людям, то есть дает возможность людям жить. И знание этой области мне помогает познать очень многое. А искусство – это то, что дает мне возможность расслабиться. Я рисую, люблю это дело. Поэтому в данный момент, так как я никогда не занималась профессиональной съемкой, я именно говорю о том, о себе. А должна еще рассказать о картине. То есть много лет назад у меня была такая мысль создать серию картин, посвященных гороскопам. То есть люди всегда обладают специальными особенностями. Поэтому эта картина одна из этой серии и является для меня тем, что вокруг меня очень много людей, которые относятся к этому знаку. Но женщины всегда, большей частью обладатели этого знака, они были очень яркими, тех, которые я встречала. И поэтому, создав этот образ, я именно хотела олицетворить этих женщин в виде образ льва. Может быть, это является одним из таких, как сказать, ярких среди всех гороскопов. Я сама являюсь козерогом. Родилась под Новый год 30 декабря, много-много лет тому назад. И со львами у меня всегда были очень интересные отношения. И вот этот образ я создавала, может быть, я его рисовала где-то больше месяца. Но почему именно такой образ у меня появился? Потому что я видела очень интересный сон, в котором почему-то я вижу издали бегущего, скачущего, или как там сказать, льва в мою сторону. Но я почему-то не боюсь и вижу вот именно его в красном зареве, как будто бы все светится, звезды. И тогда я поняла, что, проснувшись, я поняла, что я должна именно так изобразить эту женщину. И изобразить ее глаза, которые являются зеркалом их души. И вот, не знаю, выставляю его на ваш суд. Надеюсь, вы по достоинству оцените мою работу. И очень хочу, чтобы... У меня много других картин, связанных с гороскопом. Я не стремлюсь продавать своя работа. Больше у меня во многих странах, в частных коллекциях они есть. Некоторые я даже дарю, даже больше, чем
удается продать, я их больше дарю. Но желающих купить определенные работы, их больше. И поэтому эту картину я одна из тех, которые я держу, потому что она мне напоминает о всех тех людях, которые были в моей жизни, именно женщины любые. Поэтому я думаю, вы, увидев эту работу, поймете, что я хотела сказать. Потому что женщина-лев, она всегда впереди всех. Она всегда хранитель очага, она творец, она защитница. И в то же время эти глаза говорят о том, что вот я есть такая, какая я есть. Пожалуйста, любите меня такой, какой есть, принимайте меня такой, какой я, какая есть. И это зарево вокруг нее, ее свет, ее блики, звезды, которые мерцают рядом с ней. Она является для себя вершиной всего. Так что вот так вот. Жду вашего решения.